В Славянске на Кубани продолжается капитальный ремонт уличной дорожной сети, запланированный на 2018 год. Выполняются работы по краевой программе на условиях софинансирования краевого и поселенческого бюджетов. Общий объем средств – свыше 40 миллионов рублей. Согласно плану ремонта, новый асфальт появится на 8 участках городских улиц. По улице Проточной, Кубанской, Дружбы народов, Красной от Стаханова до Краснодарской, Советской, Лермонтова, Стаханова от Юных коммунаров до Ковтюха. На сегодняшний день завершены работы по улице Проточной, Кубанской, Дружбы народов. Капитальный ремонт выполняется согласно графику. Качество работ контролируется администрацией города. Весь запланированный объем будет сделан в течение весенне-летнего периода.